В Праге прошел массовый заплыв через реку Вльтава. Участники заплыва могли преодолеть одну из трех дистанций, самая длинная из которых – 700 метров. В Праге прошел рождественский заплыв через реку Вльтава, в котором приняли участие 400 человек из разных стран мира. Об этом сообщает ТСН в четверг, 27 декабря. Отмечается, что температура воды в реке составляла лишь 4 градуса тепла. Некоторые вместо шапочек для плавания надели красные колпаки Санта-Клауса. Участники заплыва могли преодолеть одну из трех дистанций, самая длинная из которых – 700 метров, говорится в сообщении. Самому юному участнику заплыва было 10 лет, а самому старшему – 88. Ранее в Германии устроили заплыв в гигантских тыквах вместо байдарок. Тыквы специально выращивали для заплыва. Они должны весить не менее 250 килограмм. Также сообщалось, что самый старый аквалангист в мире побил собственный рекорд 95-летний ветеран Второй мировой, британец Рэй Волли, в сопровождении товарищей погрузился под воду на 45 метров и пробыл там 45 минут. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.